Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я нахожусь на вот таком красивом месте. Водохранилище, расположенное на реке Западная Березина, недалеко от города Воложин Минской области, Республика Беларусь. И мой краткий видеоролик посвящается вот такой мультипликаторной снасти. В данном случае это удилище, вы его видели в других видеороликах моих, удилище от Major Craft Arrival Over 7 ARS 802M ростом 8 футов, это 2,44 метра и тестом от 7 до 21 грамма. На нем установлена мультипликаторная катушка, вот такой вот бочоночек, это Daiwa Ryoga маркировкой 1016HL. Забегая вперед, хочу сказать, что я уже установил сюда кнобики, такой легкий тюнинг сделал. Конечно, в оригинале здесь кнобы стояли другие, такие черненькие, слегка прорезиненные. Пару слов о катушке. Катушка представляет собой цельнометаллическую, из цельнометаллической куска алюминия выточен корпус с боковыми крышками, тоже алюминиевыми. То есть она полностью металлическая, и взяв ее в руку, создается впечатление, что держит действительно качественную вещь, некую такой сгусток мышц, сгусток такой энергии, может быть, не могу подобрать слово, одним словом, качественно изготовлено, подогнаны все детали, отсутствуют полностью какие-либо возможные люфты, нигде, то есть катушка нигде абсолютно не люфтит, вот. Супер просто собрано, вот. Как и в других катушках фирмы Daiwa, шпулю можно разблокировать и обратно заблокировать с помощью клавиши, нажав ее вниз и приподняв, либо же после разблокировки ручку вращаем и, соответственно, шпуля опять блокируется. Звездочка фрикциона имеет микроклики. Собственно говоря, это не удивительно, практически во всех катушках есть. У меня единственная катушка была, это Daiwa, не Daiwa, прошу прощения, а Abu Garcia Black Max. Там микроклика на фрикционе нет, на звездочке фрикциона. Здесь же имеется также микроклик на колпачке осевого тормоза. В катушке реализована магнитная система тормозов от Daiwa, называется MagForce, с подвижным индуктором. Мы, быть может, я сейчас откручу, покажу, что это собой себя представляет. Значит, вот крышка таким образом откручивается, снимается. Видим два относительно друг друга вращающихся магнитных диска. Посредством поворота вот этой вот пластины, вернее, не пластины, а вот такой черненькой вот этой шайбы, они вращаются относительно друг друга. Магнитный индуктор подвижный, то есть имеет, может выдвигаться. Диапазон переключения магнитов от 0 до 20. Вот таким вот образом тоже предусмотрены микроклики. Сейчас 0 и вращаем. Происходит переключение. Собрана катушка просто изумительно. При вращении отсутствуют какие-то либо посторонние шумы. То есть, ну понятно, она, эта катушка топового уровня, здесь и не может быть никаких шумов. Попробуем побросать эту катушку. Хочу еще добавить, что шпулька здесь диаметром 34 мм и вес ее составляет 14 грамм. Собственно говоря, этого достаточно для заброса приманок, комфортного заброса приманок, где-то, скажем, от 7 грамм. Несмотря на то, что катушка вроде как магнитная,
должна работать, больше подходить там к джиговым приманкам, но за счет того, что система с магнитным индуктором подвижным, она прекрасно работает и с воблерами. Ну, кратенько это все. И что еще хочу сказать, что данная катушка имеет встроенный так называемый поющий фрикцион. Это что это такое? Это то, о чем мечтают практически, если не каждый, то большинство рыболовов, ловящих мультипликаторными катушками. Собственно говоря, что это такое? Это когда, стравливая леску, слышен характерный звук. Вот. Я думаю, что слышно. Фрикцион как бы поет. Такая функция есть не во всех мультипликаторных катушках. Вот. Но она есть во всех безинерционных катушках. Вот. Единственное отличие, то что в безинерционных катушках фрикцион более звонкий. Потому как там сама шпуля непосредственно, она выполняет форму некого колокола, по которой распространяется звук. Но должен сказать, что несмотря на то, что этот фрикцион достаточно тише, чем в безинерционных катушках, не услышать его практически невозможно. Иногда это помогает, когда при вываживании или при подсечках слышно, как срабатывает фрикцион. Ну что ж, я повесил сюда приманочку такую. Джиголовка 10 грамм, виброхвост 3-го размера манс. Ну, пойду сделаю пару забросов. Погода сегодня не очень, поэтому долго не будем здесь задерживаться. Магнитные тормоза поставил на двоечку. Я уже предварительно бросал этой катушкой и сделал вывод, что тормоза здесь достаточно мощные, и поэтому, дабы не перетормаживала катушка, я определил, что где-то к джиговыми приманками на втором делении вполне оптимально. Можно даже до первого опускаться. Ну, если, как сегодня, ветер боковой, очень сильный, кстати, мы можем видеть, какая волна идет. Может быть, понадобится включить еще дополнительно. Тогда я включу. Быть может, когда переключу на, повешу приманочки более хуже летящие, там воблеры какие-нибудь, может быть, тогда мне понадобится включить еще дополнительно грузов.
бросает катушка великолепно, это можно было видеть. Вот 10-граммовую джиголовку я бросил на расстояние, собственно говоря, точно в метрах не могу сказать, но я насчитал 95 оборотов рукоятки. Это, кому интересно, может посчитать. Катушка выбирает где-то сантиметров 65 за один оборот, 63 может быть, вот так вот. Скорость подмотки ее 6,3 к 1. Что еще хочу добавить? Несмотря на то, что катушка вроде как и бочонок, она довольно компактная. И видим, как она лежит, комфортно смотрится на удилище. И смотрите, как удобно ложится в руке. То есть у меня не самая, конечно, маленькая рука, но тем не менее хорошо обхватывать эту катушку, удобно. Практически полностью ее обхватываешь, накрываешь. Несмотря на то, что это бочонок, тут диаметр ее где-то 5,5 сантиметров. Она очень комфортно лежит в руке. И мне работать этой катушкой просто изумительно. Поставил я колебалочку 20-граммовую. Ну и решил сделать пару забросов на максимальную дальность, посмотреть, на что катушка способна. Сейчас я сделаю 2-3 заброса таких легких. В общем-то, не сказать, что силовых. Обычный заброс. У меня получилось 102 оборота рукоятки. Кому интересно, может посчитать, сколько это. Я поставил вот такой вот воблерочек, довольно-таки некрупный. Это Касадака Мираж XS70F. Вес его составляет что-то около 8 грамм. Магнитные тормоза оставлю пока на двоечке, сделаю 1-2 заброса тестовых. Если понадобится, включу дополнительно тормозов. Осевой тормоз. Классическая настройка. Даже, собственно говоря, и практически свободное опускание. Практически убираем люфт. Приманка довольно-таки быстро опускается. При приводнении буду тормозить большим пальцем. Thank you.
летает вполне на рабочее расстояние. Вполне. Метров где-то на 35. Получилось 52 оборота рукоятки, легко и непринужденно. Подводя итог, хочу сказать, что данным комплектом я очень доволен. Катушка великолепная, просто супер. Спасибо за внимание, если кому понравилось, подписывайтесь на мой канал.